рукопашном хоккее будем играть и забивать голы. Вы давно уже не видели такой игры. Это наша игра, пятерка вперед. Это наше поле и заискрится лед. Финт, передача, бросок и гол. Времени мало, не мешкай, партнер. Скажите, что не получилось в игре? Пропустили быстрые шайбы. И команда поменяла тактику соперника. И пришлось атаковать. Они играли на контратаке. Это тяжело было противостоять, так как они все решили защиту. Но игра до гола была, в принципе. И если бы у нас не ошибся защитник, так и остался бы 1-0. А так они забили второй, и все, как бы игра сделана. Ну, спасибо. Если упадешь, помогут друзья. Команда для тебя сегодня одна большая семья. С ними вместе ты непобедим. Все мы разные, хоккей один. Мы едины, мы вместе, мы команда. Не дворовая шпана, не уличная банда. Командный дух наш непобедим. Все мы разные, хоккей один. Мы едины, мы вместе, мы команда. Не дворовая шпана, не уличная банда. Командный дух наш непобедим. Все мы разные, хоккей один. Мы команда, и снова мы ведем. Будет вам дриблинг и силовой прием. У кого-то клюшки сломаны, разбиты носы. Тренер тревожно смотрит на часы. У каждой игры есть свои правила. И проигрыш уже не перепишешь набело. Мы знаем, в жизни бывают лихие номера. Взлеты и падения, та же игра. Но мой товарищ забивает булит. Гул оваций, соперник разбит. Мы знаем, главные победы все еще впереди. Все мы разные, хоккей один. Мы едины, мы вместе, мы команда. Не дворовая шпана, не уличная банда. Командный дух наш непобедим. Все мы разные, хоккей один. Мы едины, мы вместе, мы команда. Не дворовая шпана, не уличная банда. Командный дух наш непобедим. Все мы разные, хоккей один. Нужно просто идти вперед, забывая о боли, ступать на лед. Командный дух наш непобедим. Все мы разные. Хоккей один! Хоккей один!